Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! В Красноярске скончалась депутат городского совета Елена Курамшина. Смерть наступила сегодня утром 25 июня. Причиной, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщила на заседании комиссии горсовета по социальному развитию Марина Малышева. Елена Курамшина представляла интересы избирателей Ленинского района. Входила в состав 4 комиссий – по социальному развитию, по городскому самоуправлению и бюджету, по бюджету собственности и экономическому развитию и в комиссию по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни. Сама она свою жизнь связала со здоровым образом жизни. Она была директором спортивной школы Олимпийского резерва «Спутник», была тренером. Ей было всего 55 лет. Настоящий друг, прекрасный руководитель, неравнодушный депутат, очень порядочный, совестливый и душевный человек. Город и мы все потеряли так много, что оценить это сразу невозможно. Светлая и добрая ей память, написал депутат Дюка в Фейсбуке. Яркая женщина, талантливая спортсменка, светлый человек большого сердца и доброй души. Курамшина Елена Вячеславовна оставила глубокий след в истории нашей школы. 148 Ленинского района города Красноярска. Встречи с ней всегда несли положительный добрый посыл, заряжали теплой энергией и мыслями. Она умела вдохновлять, заинтересовывать. Под ее руководством реализовывались проекты «Шаг в профессию», «День ГТО», проводились экологические субботники по озеленению и благоустройству школьной территории. Такие люди никогда не остаются в стороне и не остаются без внимания. Чуткая, интересная Елена Вячеславовна, человек с большой буквы, настоящий друг, внимательная, душевная, всегда готовая прийти на помощь, вникнуть в суть любой проблемы. Она завоевала уважение учеников, педагогов, жителей микрорайона неравнодушным, искренним отношением к людям, делу и родному городу. Настоящий патриот Красноярья, верный своим убеждениям, она была незаменима в решении сложных задач. Много времени и труда посвящала культурным, социальным, спортивным проектам школы. Уход Елены Вячеславовны – невосполнимая потеря для нас и нашего родного города. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах. «Помним, любим, скорбим», – рассказала знакомая Елены. Также о смерти депутата высказалась и ее ученица. Наставник, руководитель, пример и образ любви, помощи, поддержки Елена Вячеславовна Курамшина умерла. Невосполнимая утрата. Мозг отказывается принимать этот факт. Сердце плачет и скорбит. Как так? У нас столько планов, большие цели. Только самые добрые слова и светлая память. Соболезнования родным, близким, нашему сообществу.